местечко. Что тут кушать, что-то напиться. Ну, выглядит хорошо. Танцзавод. Занимается, я вообще офигею. Они что, подняться туда, чтобы там постоять? Да, там вид хороший, что ли? Не, что-то мне толкаться. Там. Привет. Спасибо. Не, я имею в виду, когда она была? Когда была молодежь некрасивая? Друзья, вспомните то время, когда молодежь была в принципе некрасивая. Такая страшная, противная, некрасивая молодежь. Станкозавод. Вообще нормально. Почему я ничего не знаю об этом месте? Крыша, переход в корпус другой. Жарко. Бывает в таких местах одно удовольствие. Вот даже холод можно помазюкать. Ну, цвета пастельные.
Внутри станка завода, внутри, смотрите, как классно, все так красиво. Вау! Станкозавод Самара. Да, народ прям гудит, как улей. Народ гудит, как улей. Кстати, классные фотки вон это. В витрине, видите их? Я вижу. Классные фотографии. Слушайте, я не зря купил бутылку фон Лакана. Здесь красиво. Где еще не посмотрел. Там стройка, там еще что-то будет. Ну че, че вам? Чем плохо? Чем плохо? Спасибо. А, я же поднимался по красной лестнице, а вышел здесь. Значит, я прошел поверху. Смотрите. Здесь мощеные все дела. Танкозавод.